Здравствуйте. Приветствую. У нас с вами сегодня 12-я лекция. И сегодня у нас тема объектно-ориентированная программа. Хотя на практических работах мы уже сталкивались с классами объектами, тем не менее требуется объяснить некоторые вещи устно, чтобы почувствовать дух и особенность объектно-ориентированного программирования в Python. Ну, во-первых, давайте сделаем заход к тому, для чего вообще нужны классы. Допустим, у нас есть функция, которая требует работы, точнее, которая позволяет нам определять расстояние до центра окружности относительно центра координат. Да, назовем эту функцию distance. Вот. Эта функция должна каким-то образом потребить параметры окружности. Мы их должны сюда как-то передать. Да? Возникает вопрос, как именно. Да? Ну, я напишу это одним параметром, да, circle. Вот, потому что я не хочу разрывать ее, да, окружность, объект окружности как-то разрывать в отдельности, да, и уже здесь внутри к нему обращаться. Вот. Ну, давайте перед тем, как я здесь напишу, собственно, как я буду здесь обрабатывать, я напишу, как я буду эту функцию вызывать. Да, я для этого должен создать объект окружность, и я попробую его создать, ну, вполне естественным для меня путем. Какие свойства эти окружности? Это координаты центра и радиус. Да, у нас окружность на плоскости сейчас. То есть, в принципе, это x, y и r. Да, ну, я могу сюда задать какие-то конкретные... Я сейчас не буду писать конкретные числа, я так и напишу некоторые x, y и r. Да, ну, как будто бы это какие-то константы. Вот. Ну, смысл в том, что поскольку здесь я вижу круглые скобки, это что? Это что такое окружность? Какой тип у них? Тапу. Это кортеж. Кортеж или тапу. Замороженный список. Неизменяемый замороженный список. Как доступаться к его, собственно, элементам? Да? Как доступаться к элементам? Ну, просто очень. Да? Нужно circle нулевой, circle первый. Да, это нулевой, первый, второй, как у списка. Просто он заморожен. Вот и все. То есть я, в принципе, вот здесь вот пишу return, да, и вычисляю тут что? Корень квадратный из суммы квадратов. Да, значит, circle 0 в квадрате плюс circle 1 в квадрате и под корень 0,5. Хорошо? Да вроде бы хорошо, да плохо. Что хорошо? Ну хорошо то, что мы не совали здесь вот тремя параметрами, то есть мне не нужно было вот прям тут распаковывать. Да, я взял и отправил туда объект целиком, а эта функция уже разобралась. В принципе, вроде бы да, но внутри функции мне непонятно вообще, что такое нулевой и первый, чем они отличаются друг от друга, есть ли второй. То есть нет никакой оговорки и ничего нет понятного, а что это такое? Нулевой элемент circle. Понимаете? То есть у circle нет внутренней структуры. Ну, несмотря на то, что в принципе есть упорядоченность по номерам, да, но эти данные хранятся, можно сказать, кучей. Их хорошо бы как-то назвать, то есть вот эти вот конкретные числа, да, как хорошо бы как-то назвать. Вот, потому что это я тут написал x, y, а на самом-то деле там будет какой-нибудь 10, там 11, 15. Понимаете? И как я тут вот так вот различу, кто из них x, кто из них r? Может это r, это x, это y, а может это вообще r, y, x? Ну можно словарь сделать. Словарь. Словарь и что? Ну, и там будет каждый элемент каким-то образом словарь, назван. Да, хорошо, но словарь не будет понятно все равно, потому что словари у нас, в принципе, различаются. То есть они могут быть абсолютно разные. То есть один вызов, пришел такой словарь, а потом дали словарь, у которого нет икса.
То есть мы пытались из него добыть x по строчке x, а там его нет. Потому что, еще раз говорю, нет типизации, что словари, они там как-то типизированы, там какие-то, обязательно должен быть x, y и r. Понимаете? Понятно? Mm-hmm. То есть мне нужно создать некий тип окружности. И выход из этого на самом деле есть. Простой выход есть. Ну вот, какой? Ну давайте откажемся от tuple и используем из стандартных коллекций. Есть библиотека collections. Сейчас я одну секундочку загляну. Я не набрал, как ее правильно импортировать. Так, угу, коллекшн, так это пишется. Я вместо вот этого вот сделаю так. From collections, collections, это стандартная библиотека, import. Named tuple. Ну, в принципе, я мог звездочкой написать, чтобы все оттуда импортировать, но мне еще все остальное не надо. Named tuple. И затем я могу создавать тип. Создавать тип именованных таплов, да, именованных кортежей. Смотрите, я здесь скажу, что окружность с большой буквы, circle, это. И скажу следующее. Это новый именованный кортеж. Это новый named tuple, у которого будут параметры x, y и r. Вот в таком порядке. Вот. Автоматически будет создан такой специальный тип новый. Он будет называться circle. И я могу создавать экземпляры или объекты этого типа. А именно, я могу создать, соответственно, circle, теперь, да, типа circle. Circle. Как мне и задать значение? Да прям сюда вот взять и задать. То есть то же самое, что там было вот так вот, 11-15. Могу так задать, а могу указать как именованные параметры. То есть я могу задать их явно, а когда именованными, когда я вызываю функцию с именованными параметрами, я могу их вызывать в любом порядке, каком хочу. То есть я могу хоть x, y, r, хоть r, x, y, хоть y, r, x в любом порядке. Ну, давайте я сейчас приведу пример. И давайте в начале r. R равно 15, запятая x равно 10, y равно 11. Ну вот, пример, да, вызова с именованными параметрами. При этом у нас, поскольку атрибуты named tuple именованные, да, этого circle, и они уже имеют конкретные имена, то каждый объект типа circle, которые я буду создавать вот таким образом, он будет иметь ровно три параметра. Эти три параметра будут иметь имена. Это здорово. Потому что теперь у меня появляется какая-то логика, и функция distance не будет иногда вываливаться с ошибками, что у какой-то окружности не было икса. Понятно? При этом у меня остается возможность вызывать их по порядку. То есть как у обычного кортежа, нулевой, первый, второй элемент, можно точно так же нулевой, первый к ним обращаться. Но помимо этого появляется возможность обращаться к ним вот так. Circle.x, circle.y. Согласитесь, что это намного более говорящее, потому что здесь я опираюсь не на порядок, а на смысл того, к чему я обращаюсь. Вот это называется атрибуты. Атрибуты. Однако, возникает вопрос, а как будет у меня выводиться на экран, окружность, и как вообще с ней дальше работать, то есть, а что если я захочу ее, например, напечатать, но она каким-то образом стандартно напечатается,
Ну, я, может быть, я хочу, чтобы она так писала мне, там, circle, двоеточие, r равно тому-то. То есть у меня есть какое-то пожелание к тому, как окружность должна себя вести при распечатке. Да? Вот. Потом, вполне возможно, что я захочу сравнивать окружности на равенство. Да, равны ли две окружности. И опять же, ну, в случае там равенства, допустим, можно еще тривиально сравнить. Это соответствует наивному сравнению, да, на равенство. Вот. Но, тем не менее, это не всегда так. То есть, если я захочу создать какой-то объект, там, student, да, то, например, сравнение студентов на равенство, очевидно, не будет предполагать, ну, там, не знаю, если я их сортирую по росту, например, да, в строю на военной кафедре, то равенство их, это равенство по росту. А все остальные их параметры, имена, фамилии и так далее, они не будут участвовать в сравнении. Да? И поэтому стандартное сравнение, которое для Нейн Стапла, как и для обычного кортежа, есть сравнение, но оно тупое. Все атрибуты должны быть равны и должно быть такое же точное количество. Понятно? Вот оно там будет не срабатывать. То есть я хочу специфицировать окружность. Понятно? Для того, чтобы она специфически работала с стандартными какими-то функциями, или может даже с нестандартными, чтобы я мог взять и сказать окружность и что-нибудь с ней сделать. Не знаю, какую-нибудь геометрическую операцию относительно окружности, инверсии пространства, да, есть там такие всякие штуки. Вот. Мало ли что я хочу сделать с окружностью. Вот. А для этого мне потребуется что сделать? Описать уже полноценный пользовательский тип. Собственно, здесь возникает понятие того, что такое класс. Класс – это и есть пользовательский тип. Хотя надо сказать, что тут есть лукавство. Дело в том, что на Питоне все является классом. И даже int – целое число, класс, строка, класс, bool, тоже класс. Казалось бы, там один бит, да, 0 или 1, правда, было. Все равно это экземпляр класса, а bool, тип, это класс. То есть, в принципе, для питона можно было бы зачеркнуть слово пользователь. Да, ну, давайте не будем. То есть, мы будем понимать, что класс есть пользовательский и непользовательский. Дальше, слово пользовательский есть еще одно лукавство. Под пользователем здесь понимается программист, а не пользователь программы. Ну, то есть программист, который использует язык, тот, кто пишет программу. То есть он захотел создать, ну, то есть вы захотели создать и создали новый тип. Итак, давайте с вами создадим для начала очень простой класс, который будет называться коза. Класс. Вот. Самый простой класс пишется вот так. Пэс. Ничего. Пропустить. Сейчас у... Ой, простите, я буковку S пропустил. Класс с. Класс. Класс год, двоеточие, пэс. Что у нас сейчас здесь есть? Можем ли мы создать экземпляр козы? Мы создали тип козы, у которого никакой специфики нет, но тип уже есть. Можем мы создать экземпляр козы? Для этого достаточно взять и создать, ну, например, какой-нибудь там, не знаю, зайка я создавал, там, зайка. Равно, вот. Да? Я соблюдаю синтаксис создания экземпляра. Да, вот уже у именованных таков уже увидели, в принципе, да, синтаксис создания. Ну, кстати, он ни капельки не противоречит стандартному способу для, когда мы приводим типы, да, из int-а к str и так далее, там, int от чего-нибудь, или str от, а туда сунули строку, да? То есть оно похоже выглядит, оно упоминает имя типа, а тут пустые скобки. Почему? Ну, потому что иначе получится, что я сделаю синоним имени типа. Скажу, зайка – это то же самое, что год. Я буду ссылаться на тот же самый тип, а не буду создавать экземпляр. Поэтому я как будто бы вызываю функцию типа коза.
когда мы вызываем как бы класс как целое, да, тип, к имени типа обращения, то создается его экземпляр. Этот экземпляр уже специфичен. Правда, собственно, никакой специфики-то тут некуда записывать вроде бы, а потому что свойств нет, нет атрибутов. Понимаете? Атрибутов нет. Ну что ж, ничего страшного. Давайте сделаем зайка точка лег равно 5. Что я сделал? Я ей ногу прикрутил. У класса казарм отсутствовали атрибуты, а теперь вот появились. Но не у класса казарм, а конкретно у козы зайки. То есть у меня могут быть так называемые экземплярные атрибуты. Причем этот экземплярный атрибут появился вот так вот внезапно, прям по ходу выполнения. В питоне это допустимо, хотя и не считается нормальным. Почему это не нормально? А потому что у меня здесь рядышком будет белка, которая тоже год. Да? И у меня будет какая-нибудь функция. Ну не знаю, я не знаю, как по-английски подоить. Да? Не знаю, погнать козу, да? Или что-нибудь еще с ней сделать. Ну давайте, допустим, взять, да? Там take год. Знаете, вот я буду брать функцию, писать функцию take для одной козы и для другой козы, да? И у меня, например, take зайка, он обнаруживает, что нога, за которую можно взять, есть, да, а take белка не получится, потому что у нее ноги нет вдруг. Причем я это обнаружил, когда? Ну, естественно, в момент выполнения. То есть у меня опять теряется логика однотипности, да, они вроде бы одного типа, а свойства у них как бы вот разные бывают. Да? Что-то есть какие-то атрибуты, а каких-то нету. Но в любом случае вы должны знать, что любому классу в любой момент можно приделать пятую ногу. То есть всегда можно добавить какой-то атрибут, просто методом приклеивания. Такого не будет в C++ и в Java, и в других языках с серьезным объектоориентированным программированием. Там вот такого нет. В питоне при желании можно взять и доклеить какой-то атрибут. Понятно? При этом эта коза, имеющая дополнительную ногу, она не перестает быть экземпляром класса коза. Она козой от этого быть не перестает, хоть ей 5 голов приклеить. Понятно? Свободы очень много, просто нужно как-то это дело ограничить. То есть это ненормально. Должно быть какое-то определенное место, в котором козе создаются все ее ноги, да, и при этом не возникает у нас, они все однотипные, эти козы будут. При этом вы же понимаете, что в питоне невозможно создать какой-либо объект, даже самый маленький, без инициализации. Даже число нельзя создать переменную, не положив в него сразу какое-то значение. Значит, создавать атрибуты мы можем только инициализируя их. Значит, мне требуется создавать все атрибуты класса в каком-то определенном месте, где выполняется программный код. Да? И это программное место вызывается каждый раз, когда создается экземпляр. О! А что это тут происходит? А что это тут вызывается? Круглые скобки намекают, что в момент этот что-то вызывается. Да, в этот момент вызывается, на самом деле не один, а целых два вызывается класса, два метода, две функции. Вот. Но одна из них нас не будет интересовать, а вторая будет интересовать крайне сильно. Вот. Давайте, пока я не буду торопиться писать там класс точка и окружность, а пока что мы с вами с козами еще немножко поработаем. Давайте сделаем, чтобы у козы появлялось, ну что ли, четыре ноги и имя, кличка. Да, коза должна быть у меня с кличкой, и у нее должно быть количество ног. Подождите, то есть сейчас зайка, получается, состоит только из ноги? Да, у нее, ну, на самом деле там есть скрытые атрибуты. А. Какие? Ну, они нет, а? Имя. Они унаследованы от объекта object, там, ну,
А, ну понятно, то есть у нее есть душа и есть только нога, и все, да? Да. И больше ничего. Мелкий только душа. Да. На самом деле, конечно, все равно объект создается, у него есть адрес памяти, у него там под хранение есть что хранить. Можно сослаться, можно сравнить его друг с другом. Но, кстати, позы в данный момент являются несравнимыми. Нельзя сказать, там, зайка равно белка вызовет ошибку, потому что операция равно не определена. Так же, как операция плюс-минус умножить, разделить, для них не определены. Давайте вот что сделаем. Попробуем решить этот вопрос фундаментально. А вот прям тут возьмем и напишем. Leg равно... Знаю. Нулю. Ну хорошо. В этом случае у меня получается, что у белки нога будет, только ног ноль. То есть, в принципе, атрибут есть, но у него значение ноль. Есть вот какая проблема. Вот какая неочевидная проблема. Смотрите. Есть у меня пространство имен класса. То есть те имена, которые живут в самом классе. То есть принадлежат типу коза. Понятно? То есть абстрактно, не зависят от экземпляра. Да? То есть класс подразумевает некоторое пространство имен. Ну, естественно, что там как. Если у нас есть какое-то имя, оно ссылается на объект, то оно удерживает объект в памяти, он из-за этого не съедается, мы к нему сможем обратиться, правильно обратившись к нему, да? То есть у меня в этом пространстве имен живет имя leg, которое ссылается на объект 0 типа int. Ясно? Дальше. Когда я создаю экземпляр козы зайка, да, у меня где-то в глобальном пространстве имен есть имя зайка, которое ссылается на объект типа goat, да? То есть он имеет отношение к этому типу, да? То есть самим типом он ссылается туда. И у него вот в этот момент пока что собственных экземплярных атрибутов нет. Но у него есть классовый атрибут leg. Да? Я не останавливаюсь на этом и говорю, зайка.leg равно 5. Что происходит? У меня у этого объекта есть собственное пространство имен. И у меня там появляется, в нем, внутри, появляется в этом пространстве имен имя leg, которое не совпадает с тем. Оно не заменяет его, но оно его перекрывает. То есть оно его собой перекрывает. И это имя показывает мне на пятерку. Понятно? А у белки, у меня собственного имя leg нету. Поэтому в тот момент, когда я захочу распечатать или схватить белку, ну давайте, не знаю, print белка.leg. Print белка leg. В этот момент произойдет попытка поиска объекта по имени. Да? Он посмотрит, а у белки вообще есть такое имя leg? А нет у нее такого имени. Никакой паники. Интерпретатор пойдет и поищет, а нет ли такого имени у его непосредственного типа. У принципа указы. Окажется, что у козы действительно есть leg, и он указывает на объект 0. Поэтому вот здесь окажется 0. Так? Все. То есть у меня классовый атрибут, да, вот в этот момент втихую заменился на экземплярный. Даже если я сделаю это вот так, плюс равно 1. То есть как будто бы я его увеличиваю. Нет, это не так. У меня не этот атрибут будет увеличен, потому что плюс равно расшифровывается, как все равно это присвоить значению зайка leg. Значение зайка leg плюс 1. Да, то есть будет взято это значение, к нему прибавлена единичка, создан новый объект, и на этот объект будет ссылаться новое имя, которое уже экземпляр. Поэтому даже вот так вот втихую может вместо классового атрибута появиться экземпляр. Чему это я рассказываю? Дело в том, что числа
являются неизменяемым типом. Нельзя сказать нулю, стань больше. Ноль, он ноль и есть. Но есть изменяемые объекты. И у меня вполне могло быть здесь, да, вполне мог быть здесь список. Очень даже мог быть список. Да, что у меня там leg равно, и там, ну, например, список ног. А? Список ног. Список ног. Или длин ног. Например, да, ноги там разные длины условно, да, и у меня список длин ног. Или давайте, пусть там даже будет пустой список ног, а я буду их добавлять туда, да. Тогда произойдет нечто очень забавное и даже страшное. Смотрите. Я беру, говорю, зайка.leg append. Ну, давайте ей левую ногу добавим, как строчку. Левую. И она у белки тоже появится, а? Да? Вот в том-то и фишка, что да, дело в том, что я здесь, оперируя именем leg, ищу зайка leg, я не присваиваю в нее, а я оперируя этим именем, доступаюсь вот к тому объекту, к атрибуту классовому и меняю его. Понимаете? То есть у меня этот leg, legs, да, уже в данном случае, legs. Вот, получается, что у меня этот список, он у меня взял и увеличился. И у меня теперь у всех кос появилась левая нога. Нет, так может быть вполне, что у меня на тип, на весь тип, на всех кос должна быть какая-то, ну, глобальная, как бы, переменная. Понимаете, то есть что очередная коза взяла и сказала, а теперь козы у нас забастовка. И все козы знают о том, что у них забастовка. То есть они все смогут доступиться к своему атрибуту и обнаружат, что там теперь что-то другое лежит. Понятно? То есть смысл в том, что классовый атрибут является таким местом коммуникации объектов между собой. Да? Профессиональная, как это называется, союз профессиональный. Ясно? Но мы-то хотели, конечно, не этого. Мы хотим, чтобы ноги у коз у каждой были свои. Отсюда вывод, что неподходящее вот это место, неподходящее. Вот сюда попадают классовые, вот классовые атрибуты, они вот так легко создаются. Для неизменяемых типов так можно. То есть у всех коз должно быть какой-то там по умолчанию. Вот можно так. А что делать, если все-таки мне нужна как-то, ну, во-первых, обязать конкретизировать, человек создавая обязан сказать, какие ноги у козы есть, и как ее зовут. Потому что пока что человек ничего не обязан, он может брать и создавать себе козу, ничего не указывать, да? А чтобы вот он обязан был сюда что-то указывать, во-первых. Во-вторых, я хочу, чтобы у меня реально вот этот вот список ног у каждой козы делался свой. То есть при выполнении этой функции у меня появлялся новый список legs, который был в экземпляре. Понятна вся история, да? Так, понятно? Ок. Ну что, давайте сотрем это все. Создадим козам конструктор. Конструктор для козы. Пусть он конструирует наш козы. Итак. Вместо того, чтобы создавать классовые атрибуты, я создам здесь метод. То есть я запихну сюда функцию внутрь класса. Эту функцию я назову специфическим, специальным именем init. Init self. По названию этой функции легко догадаться, чем эта функция будет заниматься. Она будет инициализировать, собственно, козу. Сейчас, поскольку я указал себя, self, то никаких дополнительных параметров сейчас коза не будет требовать при своем собственном создании. А я хочу, чтобы требовала.
Я хочу, чтобы она требовала чего? Ну давайте, я вернусь здесь к количеству ног, а не к списку ног. Вот. Ну и к имени. То есть у нее должна быть кличка, name, и у нее должно быть количество ног. Legs. Ясно, да? Что я делаю? Я здесь, в этом методе init, уже имею ссылку на объект текущий, создаваемый. Создаваемая коза. Что я создаваемая коза? Говорю, себе имя, то, которое дали мне здесь, в этом методе. В этот метод дали мне имя. Вот я себе его сохраню. Это присваивание. Присваивание. Оно создает новый идентификатор. Да? Создает новый идентификатор в пространстве имен чего? Конкретной козы. Конкретной данной текущей создаваемой self козы. Понятно? И поскольку метод init вызывается для любой создаваемой козы, то этот атрибут будет у любой козы. Понятно? То есть у меня не будет разных коз, у которых то есть имя, то нет имени. Имя всегда будет. Ну и еще заодно количество ног туда. Self-legs равно legs. О, мне этого в принципе достаточно. Хочу, могу тут рядом еще список создать. Ну не знаю, что-нибудь там, не знаю. Experience. History. History. Ну не знаю, давайте анзами. Так вот, вот этот вот список А, он будет у меня у каждой козы свой. Если я посмотрю вот сюда теперь, да, на вот эту вот диаграмму, которую я валю, то у меня получится, что у меня у каждой козы есть name, у каждой козы есть legs, и у каждой есть A. Понятно? А у класса коза есть кое-что, но атрибутов нет. У класса коза что есть? А у него есть метод init. А у него как раз есть метод init, потому что метод init у меня создан в классе, а не в экземпляре. Понятно? Но я его сделал так, что когда мы создаем козу, как раз вызывает себе метод init, и этот-то метод init обеспечивает нам как-то униформизм, или как это назвать такое вот, одинаковость, да, вот предсказуемость коз, у них у всех одинаковые атрибуты. Понятно? Ну, естественно, что я могу создать здесь не только def и init, да, а еще какие-нибудь методы, а любые. Ну, например, можно создать какой-нибудь метод, не знаю, метод распечатки козы, да, метод def print. Да, ну, надо, правда, сказать, что им будет пользоваться не очень удобно. Да, этот метод будет, как работает, print self. Точка name, запятая, дефис, коза. Ну, как-то так. Не очень удобно. Знаете почему? Потому что мне придется создавать экземпляр козы следующим образом. Давайте создадим. Зайка равно вот. Я ей указываю по-русски зайка. Запятая, что еще там? Количество ног там 4. Да, и зайка.print. Ну, то есть механизм распечатки нестандартный. Я вызываю метод коза распечатайся. Понятно? То есть вот так. А мне бы хотелось дергать print стандартным образом. Понятно? То есть мне нужно сейчас что? Наладить взаимодействие со стандартным интерфейсом Питона, так, чтобы мой класс имитировал стандартный. Понятно? Чтобы он печатался как стандартный и так далее. Для этого нужно будет чуть-чуть меня освоить. После перерыва я покажу пару классов и на следующий раз скажу. Отдыхайте.
напишем класс точка, который хранит информацию в координатах точки x, y. Но напишем его с обкладками дополнительными. Итак. Мы уже осознали, что атрибуты надо создавать в конструкторе. И только в конструкторе. Понятно? Вот. Ну, PyCharm, кстати, вам будет ругаться, если вы где-то в другом месте будете их создавать. А так вообще вы можете не заметить, что пишете неправильно и вырабатываете неправильный привычку. Ну что, когда я создаю точку, мне обязательно нужно запросить ее координаты, но в то же время, если их нам не дали, то я буду считать, что это точка 0,0. Ну, как-то так просто. Проще будет ее воспринимать. То есть точка, у которой x равно 0 и y равно 0. То есть я сейчас при помощи значений по умолчанию позволяю создавать точку и без параметров. Просто так. Теперь, что именно я делаю? Я создаю два атрибута. X равный X и Y равный Y. Я воспользуюсь точкой и запятой, чтобы написать в одну строчку. Просто то, что вы можете так не писать. Просто у меня доска ограничена по вертикали. Self.y равно Y. Дальше. Теперь напишем метод distance. Собственно, если я хочу, чтобы вот этот distance у меня работал как внешняя функция, пожалуйста, можно оставить и внешние функции. Если же я хочу, чтобы я вызывал его как метод, то мне тогда его надо описать вот здесь. Но давайте я сейчас пока из экономии места не буду. А здесь я пропишу следующее. Что такое, что две точки равны друг другу? Для этого я должен определить оператор сравнения, equality, EQ. Вот вы уже второй раз видите вот эти вот забавные имена с двумя подчеркиваниями слева и справа. Это стандартные методы, которые нельзя использовать для именования своих переменных, для других методов, которые вы хотите просто так назвать свой метод. Нельзя, никогда, даже если вы знаете, что такого имени, как вы тут напишете, там, за ABCD, вы думаете, что такого нету в питоне, но может быть в следующих версиях питона он появится. Чтобы случайно не возникло конфликта, вот такие вот имена своим методам давать нельзя. Понятно? Но, кстати, если вы дадите своему методу имя, начинающееся с двух подчеркиваний, так можно. Собственный, который вы захотели прикрутить, так можно. Но этот метод будет скрытым от чужих глаз, его нельзя будет просто так позвать наружу. Он является как бы защищенным. Понятно? Ну, а если одно подчеркивание спереди, так тоже можно. Это полузащищенный метод. Среда будет вас предупреждать. Говорит, нехорошо, вообще-то это встроено. Но если вы точно знаете и уверены, ну, пожалуйста. Понятно? А если два подчеркивания, это более защищенный. Он говорит, нет, тут нельзя. Это вложенный, он только изнутри может быть вызван. Так, ладно. Значит, что дальше? Что такое равенство? Это функция, которая принимает обязательно два параметра. И, по сути, когда я буду вызывать для точки А равно Б, то это будет эквивалентно тому, что для А вызывается метод equal ik, в котором передается B. Вопрос, где же тут self? Ответ. Любой вызов метода, вот такой вот, он воспринимается так. Это как бы для класса point, для класса point вызывается его метод equal, ik, и при этом туда передается а в качестве первого параметра, а все остальное следующими параметрами. Теперь понятно, откуда взялись self и other, и как они проникают? Понятно?
А в тексте программы я буду просто писать А.Б. А равно равно Б. Понятно? Результат вот этого вот вычисления, да, он будет иметь тот тип, который верну я. Верну нам, будет нам. Верну список, будет список. Ну, вообще-то ожидается, что там будет бул. Логическое значение. Ну, мы вернем логическое значение, да. Ну, и оно будет довольно предсказуемым. Я верну, когда что? Return self точка x равно равно other точка x and. А что делать, кстати, если у вас длинное выражение в питоне не помещается на строчку? Скобочки. Да, скобочки, правильно. Можно вот так вот косой чертой переносить, но это нежелательно. Лучше открыть скобочку, тогда он увидит, что закрывающейся скобки нет, и продолжит читать выражение. And self.y равно равно other.y. Ну все супер. The end. Так. Но я хотел еще, чтобы у меня распечатка происходила. Распечатка на экран происходила красиво. Ну, для точки давайте это дело реализуем. Каким именно образом? Ну, просто такие скобки, в которых у меня будет написано 0, вот, x и y. Вот. Итак. Для этого я должен переопределить метод, который приводит к строке. Строка, когда будет пытаться преобразовать какой-то класс, экземпляр какого-то класса к строке, она вообще могла быть незнакома с этим классом. Но откуда строка, которая написана в стандартной библиотеке, знает про класс точка? Да знать она не знает. Правда? Функция print в стандартной библиотеке, откуда она знает? Она определена до того, как появился класс точка. Мы же не полезем в стандартную библиотеку переписывать там print, переписывать там строку, объясняя ей в конструкторе. А если этот type, пришедший тебе равно равно point, то тогда делай это так. Нет, мы так не будем делать. А конструктор строки, увидев незнакомый тип, он что сделает? Он пойдет и поищет у него метод str приведения к строке. Ну и любой уважающий себя класс, он должен иметь такой метод, чтобы уметь быть распечатанным при помощи принта, уметь быть приведенным к строке. Понятно? Иначе его просто... Ну не сделаешь свой метод, тебя нельзя будет приводить к строке. Понятно? Вот, вот такой стандартный подход. Так, def str self. Никаких других параметров не должно быть. Да, и что... Этот метод должен у меня сейчас сделать. Он должен вернуть тип str, а причем эта строка должна быть, ну, содержать конкретную информацию про конкретную точку, да? Что я сделаю? Я хочу подставить, ну, вообще я хочу глобально, чтобы это выглядело вот так. Вот так вот, в скобках x и y, да? Я могу, конечно, при помощи конкатенации строки, то есть взять скобку в кавычках плюс str от self.x плюс... Могу так? Могу. Но есть чуть-чуть более простой способ. Называется форматирование строк. По идее, он должен был мелькать в работе про строки. Но на всякий случай, если вы это прозевали, я покажу. Я здесь пишу %d, %d. Это форматная строка. И к этой форматной строке я применяю операцию форматирования. Здесь прописано, что я в десятичной системе счисления ожидаю два целых числа. Откуда я их ожидаю? Я их ожидаю из... Это бинарная операция. Слева строка, а справа кортеж подставляемых значений. И я сюда подставлю кортеж из self.x, запятая self.y. Ну, почему форматная строка такая? Это история. Это давняя история. Такие форматные строки еще были в C языке там с 1972 года. Вот. Но в Python есть и более современные форматные строки. Вот, ну, я на следующем классе, может быть, покажу их слегка. Итак, что еще?
Еще есть такая забавная вещь, которую тоже хорошо бы иметь каждому классу. Это representation. Когда информация о экземплярах хочет, мы хотим сохранить ее в файл, запаковать ее как бы в файл для последующей распаковки этих объектов. Нужно запаковать не так, как это выглядит красиво. Ну, точка, она, конечно, красиво выглядит в скобочках, через запятую, x, y. Да, то, как надо. Но мне же нужно сохранить информацию о типе, да еще и желательно так, чтобы конструктор смог создать точно такую же точку, загружая из файла эту информацию. Правильно? То есть мне нужно сделать так, чтобы слово point здесь присутствовало. И в круглых скобках будет последовательно написано, собственно, x, y. Да? Вот я делаю функцию репрезентации, которая будет запакована под создание будущего экземпляра. Значит, что я делаю? Def. Тоже это стандарт, да? Репр. Вот. И здесь... Что? Ну... То же самое. Только давайте я здесь пропишу... как я хотел вам показать, более современный способ это сделать. Значит, мы сделаем это таким образом. Я пишу в кавычках point, скобка, а дальше в фигурных скобочках я запишу у нулевого по счету, ну, подставляемого элемента взять x. Прямо так. Запятая, пробел. У нулевого по счету элемента взять y. Скобка закрывается, кавычка закрывается. Точка format. То есть я у строки использую метод format. Не процентом, а вот так. И подставляю в качестве параметра этой функции самого себя. Более современное форматирование, операция форматирования строки, она, получая объект, если мы говорим ему прямо в строке, прямо вот в кавычках пишем ей точка x, точка y, она сумеет оттуда атрибуты взять и туда подпихнуть. Понятно? Вот так. Ну, там в книжке написано еще там восклицательный знак R. Честно сказать, я не знаю, почему так написано. Вот после каждого из этого написан восклицательный знак R. Не знаю, почему так написано, к сожалению. Вот, я подозреваю, что может быть для отражения, что это число с плавающей точкой, может быть. Не могу сказать. Так, что еще? Значит, теперь, когда мы захотим создать класс окружность, класс все окружность, про который шло обсуждение в самом начале, мне, по идее, нужно будет тоже x и y у него прописывать, да? Но я сделаю так. Я скажу, пускай у меня класс окружность будет частным случаем точки. Вообще-то, если честно, это какая-то странная абстракция. Потому что окружность не является частным случаем точки. Правда? Как-то странно. Да? Она не является специализацией точки. Ну, можно себе представить эту иерархию, она или у кого-то, может, уже была на лабораторной, там, с vehicle, с транспортным средством, да, то есть от более абстрактных к более конкретным средствам, да. То есть, но в данном случае я бы сказал, you have wrong abstraction. Да, то есть у нас все-таки окружность, она точкой не является. А при этом обычно эти вещи, они как называются? Это надкласс, а это подкласс. Ну или по-английски это суперкласс, то есть над. Суперкласс, а это subclass. Subclass. Понятно? Надкласс, подкласс. Родительский, дочерний. Как их еще называют? Какой-то еще есть? Да. Я бы сказал, что это в принципе здесь неправильная абстракция. Здесь окружность
должна ее иметь в качестве атрибута. Центр окружности – это атрибут окружности. То есть здесь другая логика, это должна быть логика агрегации. То есть окружность агрегирует точку, она как бы ее внутри себя содержит, имея ее как свойство. Вот. Вот так должно быть. Но, тем не менее, вот чисто учебно, я повторяю книжку Саммерфилда, я сделаю это. Я вам много видел книжек по ООП, и сколько я видел книжек, вот в них во всех обучениях на базовых примерах очень часто происходит через неправильный по принципам абстракции, неправильный пример. Вот. Ну сложно так вот сходу придумать прям правильный. То есть такая вот абстрактная форма, потом там форма квадратная, форма такая, ну как-то нужно, не знаю. Чуть-чуть. Ладно, короче, сделаем, как я сказал. В данном случае, что я делаю? Я говорю, класс окружность, circle, и я просто вот так вот в скобках указываю point. Что мне это дало? Все методы точки у меня унаследованы в окружности. Они все здесь присутствуют. Все. Ну, кроме одного. Кроме конструктора. Конструктор у каждого свой. Ну, мне надо в окружности создать конструктор. Definit. R равно... Ну, допустим, 0. Итак. Что я буду делать сейчас? Представьте себе, что у меня... Есть какие-то скрытые атрибуты, которые в конструкторе точки создаются, но они важны для функционирования точки. Такое часто бывает. Ну там указы был список А, который я не показал, для чего нужен. Ну просто, вот, допустим, он нужен. Да? При этом его вот в атрибутах вроде бы нет. И если я сейчас не вызову конструктор точки, то моя окружность не сможет являться точкой. Что я имею в виду? Она не сможет выполнять функцию точки в тех функциях, которые ей пользуются. То есть я не смогу вызвать, если distance работает для точки, да, ну а более правильно, чтобы он работал для точки, а не для окружности, да, то будет странно, если он для точки работает, а для окружности вдруг перестал. Понятно? Поэтому для того, чтобы у окружности были гарантированы все те же атрибуты, не только методы, методы будут все, методы унаследуются. Все, что в глобальном, вот на этом уровне, оно все унаследуется. И классовые атрибуты унаследуются. Но конструктор надо явным образом позвать. Поэтому я вот здесь обращаюсь и говорю, эй, над класс. То есть говорю, эй, супер. То есть это не просто супер, а это супер-класс. Дай мне, пожалуйста, да, свой конструктор. Ну вот. Супер и нет. Что я ему дам в качестве параметров? Ну, очевидно, я ему должен дать в качестве параметров x и y. И могу не заботиться. Теперь у меня, я позвал init родительского класса. И он мне создаст атрибуты x и y, и те значения, которые я ему дал, он инициализирует. Понятно? Это всегда обязательно так делать? А? Да. А если так не сделать, это будет если так плохо? Не сделать, то этот идиот должен осознать, что я специально плевать хотел на своего родителя, специально не вызываю его конструктор, потому что я хочу отказаться от части функциональности. Но в этом случае можно задать вопрос. То есть... Don't you have wrong abstraction? No. То есть, опять же, не, может быть, сама абстракция у тебя, то есть, может быть, ты неправильно расположил эти классы, может, их в горизонталь поставить от общего абстрактного предка, или перевернуть. То есть, если тебе приходится от чего-то отказываться, это значит, что ты что-то туда слишком рано внедрил. Нет, просто я про то, что если я, например, возьму, создам какую-нибудь переменную класса Circle, ну и не переопределю там x и y вот так вот. И просто потом вызову, например, там,
ну, перемена а, a.x, у меня вот с теми полями будет работать? Из класса point? То есть... Я не понимаю, я не уловил. Ну, можно ли обратиться, ничего дополнительно не прописывая из класса? То есть, по умолчанию конструктор наследуется или нет? Давайте я сейчас это нарисую прям, да, все по порядку. Есть класс point, у которого есть свое пространство имя. Есть класс circle, у которого есть свое пространство имя. У него, кстати, в пространстве имен только init живет. А у этого товарища кто в пространстве имен живет? Init, ik, str и repr. А больше никого. У point как такового, у точки абстрактной как таковой, у нее нет ни x, ни y. Но они же определены. Они не определены. У нее есть init, str, у нее есть repr. Где они определены? Ну, он сам вот пишет. На этом уровне они определены? А, нет. Значит, их у класса точка нет. Но когда я создаю экземпляр точки, то init будет вызван, и init создаст мне x и y у конкретного экземпляра p, который относится к классу точка. У него они появятся за счет вызова метода init вот этот соответствующий. Когда я буду создавать c, экземпляр класса circle, да, который соотносится с circle, то он побежит искать у него, что, ну, во-первых, он создаст его при помощи этого инита. Если этот инит отрекается и этот инит не вызывает, да, то тогда что? У него части атрибутов, которые я могу там потенциально ждать, их не будет. Их нельзя ожидать тогда. То есть без инита c.x я не могу вызвать? Нельзя. Он просто мне ошибку выдаст. Да инит, без инита не получится создать экземпляр класса. Экземпляр класса создается всегда каким конкретным образом. Я говорю, c равно circle. Таким, тем или иным образом я должен позвать конструктор, что он неявным образом. Чтобы меня так это сделал, чтобы у меня без инита можно было, у меня должно быть на уровне методов обозначены поля. А не инити. Да. Они тогда становятся классовыми. Тогда я могу вызвать c. То есть это, как бы представь себе, что у тебя у всех окружностей есть default radius. Вот я могу так сделать, я имею полное право так сделать. Вот я вот здесь, вот на этом уровне напишу. Но только лучше бы это было сделать вот там, вот повыше, да? Default radius равно 1 или 10. И вот здесь, когда я прописываю r равно 0, я могу написать не r равно 0, а я могу написать r равно... И я здесь полностью пропишу это дело, да? Как я пропишу? circle.defaultRadius. Понятно? Ну, потому что defaultRadius, он у меня не на уровне модуля, а он в классе. Понятно? Поэтому я должен сказать circle.defaultRadius. Пожалуйста, так можно. Это будет очень хороший, удобный способ. Ведь мне бывают нужны глобальные константы для всех окружностей. Но когда я буду с ним работать, у меня будет меняться именно для класса, а не для отдельно взятого экземпляра. Если его изменять, то он будет изменяться глобально для класса. Но я могу же взять и сказать, вот я понасоздавал себе 20 окружностей, а потом я беру и говорю, эй, circle, твой default radius, circle.defaultRadius равно 20. И еще создал себе 10 окружностей. Не указанная радиус. И по умолчанию у них будет 20. Ясно? Mm-hmm. То есть я могу, но он будет именно класс. Он вот здесь вот в пространстве окружности будет висеть. А так оно, на самом деле, все атрибуты, они должны быть у экземпляра. Методы лежат в пространстве именно класса, а атрибуты экземплярные. Но при желании, возможно, и такая ситуация, она по нужде может быть. Так, что я еще вам не успел рассказать? Ну, естественно, что мне может быть как раз не устроит ни распечатка, ни сравнение на равенство, потому что окружности с разными радиусами у меня на самом деле будут считаться одинаковыми, потому что он будет что делать? Кстати, что он будет делать, когда я захочу сравнить две окружности? C и D, две окружности. Я создам... Circle, circle.
Ну, я буду их сравнивать, c равно равно d. Он вначале попытается поискать равно равно, не поверите, в пространстве имен c. Потому что чисто теоретически я мог подменить метод равенства для конкретного экземпляра. То есть можно козе не только на самом деле ногу прикрутить, в смысле мертвый атрибут ей подменить, ну, добавить ногу, а можно подменить или доделать ей метод. Конкретный экземпляр чему-то научить. Ну потому, почему? Потому что функции являются объектами в питоне. Функция — это объект. И можно просто брать функцию и передавать внутрь функции как объект. Понимаете? Можно, функции являются объектами, а значит, им тоже можно прикручивать пятую ногу. Def f от g, запятая x. Да, и эта функция сделает следующее. Она сделает return, что она будет? Return с такой списочек g от x, запятая g от x плюс 1, запятая g от x плюс 2. Оп! Здорово! Ну давайте здесь квадратная скобка, чтобы меньше вас круглого. А же это что? Я эту функцию буду вызывать вот таким вот образом. Я говорю f от... Ну там, например, из математической библиотеки я синус подключил. Синус, косинус. Вот синус, ну и дают какое-нибудь число, там 2. Да? Запятая. А? Ну надо... А? Запятая. А, ну да, и запятая... Запятая синус. Print f от синус запятая 2. О, вот так. А так можно разве функцию, можно. Функцию да, записывать? Можно. Функцию можно пихать вот так вот, как объект. Там она будет принята, на нее есть ссылка. Тут она называется g. Понятно? Она ссылается на... Даже хуже можно сделать. Я могу взять и функции приклеить какой-нибудь атрибут f.learn равно 5. Понятно? А внутри функции я могу при желании пользоваться своим этим вот умножить на f.learn. Но правда надо понимать, что этот атрибут, если я буду пользоваться функцией, то я опираюсь на то, что этот атрибут уже определен. Мне нужно гарантировать, что он уже есть. У функции могут быть атрибуты. Функция — это просто объект. И у конкретного экземпляра вот эти методы, они на самом деле являются в каком-то смысле тоже атрибутами, но просто это атрибуты, которые можно вызывать. Вот int, например, число, его нельзя вызвать. Само число его нельзя вызвать. Да? Ну да, нельзя. Я в математике где-то встречал такую штуку, вот, какой-то вот, что вот можно брать и как бы разворачивать этот аргумент, рассматривать различные функции от конкретной точки. А, то есть, там есть, так, а? Обратная функция, что ли? Нет. Хуже. А это мы в каком-то пространстве функции рассматривается зависимость значение в точке от функции, и это само по себе является функцией. То есть функцией является то, на чем определено. То есть это вполне нормально. Ну, это нормально. Нам это не поставить. Это нормально. Меня не надо. Ладно. Я что вам не рассказал? Я вас на самом деле целой теме не обучил. Целую тему я вам сейчас пропустил, и мы рискуем остаться без нее. У нас осталось 10 минут. Так вопрос ну, про то. 10 минут на исключение. Этого мало. Забыли про функции, про объекты? Да нет. Итак. Это я вас ищу декоратором. Две
исключения. Что такое исключение или исключительная ситуация? Это ситуация ошибки или полуошибки, в общем, такая, которая критична. Обычно это именно ошибочная ситуация, которая не позволяет в дальнейшем программе работать нормальным образом. Программа, с точки зрения структурного программирования, про которое я вам подробно рассказывал, представляет из себя множество функций. ОП не сильно меняет дело, какие-то функции в разных классах, там, в одном классе, в другом. Класс — это способ отсортировать как эти функции. В общем, функция 1 вызывает функцию 2. Да, функция 1 вызывает функцию 2. Или глобальный, давайте, глобальный уровень модуля, да, вызывает функцию А. Функция А вызывает функцию Б. Помните про строительство? А? Да. Ну, это менеджер, прораб, бригадир, работник. Работник позвал разнорабочего, а разнорабочего с тачкой пришли бить. У него, если он, например, привозит, то есть он, да, привез ему тачку с землей, тот привез ему пустую тачку обратно, вернул. То есть функция возвращает обычно предсказуемый результат, ну, хотя бы предсказуемого типа. Ну, не знаю, рабочий послал его отвезти тачку, а тот привез ему тачку, а тачка полная. Ну, его посылает в другое место, значит, там уже некуда высыпать, он посылает его в другое место. То есть он может посмотреть, что вернулось, осознать и обратно. А может возникнуть такая ситуация, которая нетиповая. То есть рабочий, в принципе, не может не исправиться. То есть пришли бить. Этот товарищ бежит и кричит: «Эй, рабочий, меня бьют!» Да, то есть работа, рабочий видит, что он сам справиться не может. И начинает бежать, что называется, вместе с ним. То есть он уже свою работу бросает. Ничего он возвращать никакой там не будет, она вырытую канаву, да? То есть оно просто полетело, это исключение полетело туда. То есть есть некий месседж, сообщение, которое имеет определенный тип ошибки, exception, на exception type. И ждет, кто-нибудь умеет, собственно, справляться с этими бандюками или нет. И они бегут, собственно, бегут, если никто не умеет справляться с этими бандюками, если никто не умеет обрабатывать исключение, то мы вывалимся из программы. При этом у нас, когда мы находились на уровне E, у нас был глубоко заполненный стек вызовов. То есть стек вызовов был под завязочку. Там адреса возврата были. А тут мы возвращаем из функции и не того вообще типа, которого ожидали. И вообще мы не return делаем, а throw, бросаем. Понимаете, то есть return — это бережно так передал, да? А throw — и полетело исключение. Его нужно реально ловить, его нужно catch делать. Вот. Значит, что? Тра-та-та-та-там. Сейчас я. Это вот здесь у нас все. Так вот. Этот стек вызовов начинает разворачиваться. И, собственно, если никто не поймал, то больше возвращаться некуда, кроме как, в принципе, в оболочку. А то, откуда программа вызвана. И мы получаем, на самом деле, все равно обработчик есть. В самом конце срабатывает стандартный обработчик Питона, который печатает на экран весь стек, исходный стек вызовов, то есть все эти адреса и, собственно, месседж. Месседж является строкой, он содержит строку, и он его возвращает. И мы видим вот этот вот trace, да, вот эту вот распечатку, след ошибки, да, trace. Вот. Это как раз необработанное исключение обрабатывается стандартным обработчиком, чтобы мы смогли вообще понять, что произошло. Поэтому Python говорящая очень ошибка такая вывалилась подробно. Да? Видели много раз. Теперь вопрос, а как нам все-таки обработать? То есть, например, у нас какой-нибудь бригадир, он может... Говорят, тебе ввели вместо числа строку, так сейчас мы это скажем пользователю, а ну-ка давай числа вводи, и еще раз отправим все и запускаться, да? Ну, если эта функция, например, призвана там считывать с клавиатуры, интерпретируя как число и что-нибудь еще там, а этот товарищ складывает эти числа. Это считывает, интерпретирует как число, а это эти числа суммирует, например, да? 10, по 10 штук. Вот, а этот товарищ, он обрабатывает вот это исключение. Но вы должны понимать, что это будет
могло произойти где-то глубоко, да, и тут простым ретернами оно дело так не обойдешься. А если что, я верну тебе, но тут всех ситуаций не предусмотришь. Понимаете, при помощи ретернов всех ситуаций не предусмотришь. И это опять же рассматривает, что он мне вернул. Он мне вернул пустую тачку, или в этой тачке на самом деле лежит записочка, меня бьют. Понимаете? То есть не должно быть вот такого вот. Или, а особенно бывает такое, когда про ошибку функция сообщает методом, а дай-ка напишу где-нибудь в глобальной переменной, возьму и помечу. Там будет какой-нибудь переменная, номер ошибки, и я туда запишу. Это, знаете, как на заборе. Посмертная надпись. А самое главное, что эта функция вызывающая, она может вообще не сообразить. То есть это вернуло, а это не сообразило, что там была ошибка. Продолжает снова посылать. Там файл вообще не работает. Файл закрыт. Файла нет. До него нет прав доступа. Диск полетел. А это продолжает вызывать. Так каждый раз возвращается ошибка. А это типа все записывается, все нормально. Понятно? То есть это критично. Лучше, если программа неустойчива. Лучше, если программа корректна, но неустойчива. Лучше пусть она падает с ошибкой, но мы узнаем об ошибке, чем она будет продолжаться, как если ракета, которая стартует, должна на орбиту, а полетела в Америку. Понимаете? И началась война. Не должно быть такой ситуации. Да, она должна вести себя корректно. Есть следующий вариант. Да? Разные ошибки мы можем обрабатывать по-разному. Какие-то ошибки таковы, что лучше действительно... Ну, минимально обработав, то есть минимально стабилизировав, завершить программу, да, то есть, смотри, что называется, ракету насильно приземляем обратно. Есть такие варианты обработки, да, такие варианты программы. Есть варианты, когда у нас, ну, что называется, какая-то флуктуация, ветром чуть дернуло, да, ну, не там она может быть обработана, это ошибка, но тем не менее компенсируемая, да, то есть мы там чуть-чуть включаем, там какие-то чуть-чуть полуаварийные там средства, раз, и поехали, понятно? Вот есть компенсируемый, есть нет. Соответственно, мы должны уметь выбирать. Странно, если когда ты кликнул на какую-нибудь кнопочку приложения, а программист забыл выдать этой кнопке назначение, то есть она впустую. Странно, чтобы из-за этого программа вся завершалась большущей ошибкой. То есть, скорее должно как, кнопка просто не работает и все. То есть, ты жмешь на нее, она не срабатывает. Понятно? Должна быть какая-то степень устойчивости все-таки у программы. Не забывая о корректности. Поняли, начальник? Теперь как это делать? На каком-то уровне, в какой-то функции, например, вот тут, я пишу следующие строчки. Я говорю, try, двоеточие. Дальше с отступом я запускаю функцию, ну это внутри функции b, я пишу все, да? Внутри функции b. Я вызываю функцию c. Где-то там внутрях функции c, причем не в ней самой, а в каком-нибудь d или e, возможно произойдет исключение. Except. Я могу вот здесь вот сказать print. Опа. Что у меня произошло? Если произойдет исключение, то я попаду вот сюда, а потом поехали дальше. То есть вся, сейчас вся обработка у меня заключается в том, что он сказал «опа». Ну то есть его там бьют, а я сказал «опа». Вот это не должно быть вот так вот. Реально здесь должна быть какая-то реальная обработка. Но поскольку я не прописываю, тут какая там ошибка, как именно я буду перезапускать работу функцию c, возможно, цикл здесь сделать, который будет зависеть от булевской переменной, которая у меня в случае успеха, она вот здесь вот будет происходить. Ну, например, я буду здесь, там, не знаю, ok равно true. Да? Это а и... если у меня исключение произошло, то ok не станет равным true. Это в самой функции c. А? Это в самой функции c. Это после функции c. То есть я сюда не дошел, потому что у меня исключение, оно прерывает нормальный код выполнения этих действий. А, то есть уже где-то там внутри ошибка вылетает? Ошибка, причем она где-то, еще раз говорю, где-то глубоко, в глубине она там произошла. Это прерывает нормальный код выполнения всех функций. Они все прекращают свое действие. Если там не было нигде блока try except, а он ближайший был внутри функции b, то именно в ней начнется обработка исключения. Да?
Но здесь я пытаюсь ловить все исключительные. То есть я говорю, что бы ни произошло, приходи ко мне. А на самом деле разбираться-то я не умею. На самом деле нужно говорить так. Знаешь, если у тебя тачка сломается... То есть там условия посвящены. То есть здесь пишется тип исключения. Эти типы исключений... Вы знаете, у меня нет, уже звонок прозвенел, у меня нет времени их вам там рисовать иерархии. Вот есть иерархия стандартных исключений, да, они вот как по принципу наследования, они расположены как предок-наследник. Там можно посмотреть легко на сайте Python.org в документации exceptions, увидите это дело. Вы самое главное сейчас идею поймите, да, там они делятся на exception environment error, lookup error, которые поделятся на индекс error, key error, value error, arithmetic error, в общем, понятно. Так вот, смысл в том, что я вот здесь вот какое-то конкретное должен ловить исключение, например, value error. Если же я при этом еще и хочу смотреться в ту информацию, которая в сообщении, ну, в самом объекте исключения, то есть то, что он там возвращает, что именно он там бросил, то мне тут надо написать as, ну не знаю как, sx назвать его. Как угодно назови, но если исключение случится, то обрабатываться оно будет вот внутри этого блока, то обрабатываться оно будет вот здесь, и оно будет называться вот в течение вот этого времени, называться x. Я смогу им воспользоваться и напечатать оба, запятая x.msg. О, как это так? Я, правда, не помню, как тому исключение этот месседж называется. Ясно, в принципе, логика, да? А если в самом эксепте возникает ошибка, то можно внутри эксепта сделать еще один трай? А самое интересное, я сейчас еще одну вещь скажу. А если там я осознаю, анализируя этот месседж или еще как-то анализируя это исключение, вдруг понимаю, что на самом деле гопников много, и я один с ними не справлюсь. То есть это не просто value error, а как это особое тяжелое value error. То я могу здесь сделать еще раз этот самый raise. Я неправильно сказал. Не throw, это в C++ throw, а здесь raise, как бы воззвать. А вот raise. Что произойдет обычно, если я хочу реально создать ошибку, то я ее запускаю вот так вот raise и говорю, какой конкретный exception я запускаю. И вплоть до того, что я могу послать в качестве ошибки единичку, хотя это будет идеологически некорректно. Ну, потому что любая ошибка, она, по идее, должна быть потомком exception. Подождите, то есть... исключением. То есть есть базовый класс exception, от которого все исключения, даже которые вы сами там создавать, должны, по идее, быть наследниками. Так raise, он опять поднимается к функции c, получается? Raise, он никуда уже не поднимается, он говорит, значит, функция b не может справиться, мы, что называется, пытались разобраться с проблемой, да не смогли, полетели дальше. Ищем следующий надблок try exception. Ну это очень который... похоже на go to. Это намного более мощная концепция, go to ни при чем. Это похоже, ну, на многоуровневый return. Это многоуровневый return, потому что стек возвращаемся, то есть мы закрываем функции, возвращаем, но не можем вернуть, потому что там нет блока try except, до тех пор пока нет. Дальше, есть еще один важный момент. Этих блоков, вот этих штучек except может быть несколько, с одним типом ошибки, с другим типом ошибки, с третьим, то есть здесь можно сделать некоторый выбор. И еще, есть последний блок, который там пишется, finally. Я его называю по-любому. Как? По-любому. То есть то, что вот здесь вот написано, то, что вот здесь вот есть, оно выполняется всегда. Ну или по-любому. То есть если вдруг у меня при выполнении вот этих действий произошла ошибка, или не было ошибки, но... Вылетаем отсюда, не вылетаем. Вот эти действия будут выполнены всегда. На это есть гарантия. Даже вот эти вот действия, которые после, они будут не всегда. Почему? Ну, если вдруг у меня обрабатываемые ошибки, они не включают, какая-то особенная ошибка произошла, и мы не можем ее обрабатывать, но блок finally будет выполняться все равно всегда, вот этот кусочек. Для чего он нужен? Допустим, я выполняю вот этот блок, открыл файл. Мне же его закрыть надо перед тем, как
вылететь, да? То есть как это так? Из этих функций, вот мы сейчас пролетаем тут исключение мимо нас, да, а мы тут файл открыли, да, здесь сетевое соединение установили, его закрыть надо. Так вот, пролетающее мимо исключение, оно все-таки успевает выполнять блоки finally. Ну, естественно, если у вас будет уже в самом блоке finally будет ошибка, ну тут уж не обессудьте, такого лучше не делать. То есть внутри файнеля может быть ошибка, ее тоже можно обработать и сделать файнеля внутри файнеля, да? Она не доработает до конца. А-а-а. Но обычно закрытие ресурсов, когда мы отдаем ресурсы, оно обычно ошибок не вызывает. Вот. Ну вот как-то так. Да, файнеля можно, если что, сделать без except. То есть, в принципе, у меня нет обработки ошибок, но просто есть действия, которые надо выполнить всегда, на всякий случай, если вдруг что-то случится. Все, ребята, на этом мы с вами завершаем сегодня. До следующего.